На конкурс дети читают стихи Голик Анастасия, Эдуард Асадов, Рыжая дворняга. Хозяин погладил рукою лохматую рыжую спину. Прощай, брат, хоть жаль мне не скрою, но все же тебя я покину. Швырнул под скамейку ошейник и скрылся под гулким навесом, где пестрый людской муравейник вливался в вагоны экспресса. Собака не взвыла ни разу, и лишь за знакомой спиною следили два карие глаза почти человечьей тоскою. Старик у вокзального входа сказал: «Что, оставлен бедняга? Эх, был бы ты хорошей породы, а то ведь простая дворняга!» Дым над трубой заметался, взревел паровоз, что есть мочи, на месте как бык потоптался и ринулся в непогать ночи. В вагонах, забыв передряги, курили, смеялись, дремали. Тут видно о рыжей дворняге. Не думали, не вспоминали. Не ведал хозяин, что где-то по шпалам из сил выбиваясь, за красным мигающим светом собака бежит, задыхаясь. Споткнувшись, кидается снова. В кровь лапы об камни разбиты, что выпрыгнуть сердце готово из пасти раскрытой. Не ведал хозяин, что силы вдруг разом оставили тело, и, стукнувшись лбом об перила, собака под мост полетела. Труп волны снесли под коряги. Старик, ты не знаешь природы, ведь может быть тело дворняги, а сердце чистейшей породы.